что такое аура, как ее можно визуализировать и чувствовать. Аура человека напрямую связана с тем, что об этом человеке думают, допустим, как это может быть. Вот о вас думает какой-либо человек и говорит, вот это Дуйко, он сказал, или он поступил так, он пообещал. Аура у меня будет вытягиваться на уровне головы. Или вот он сказал на уровне рта, или вот он кричал на уровне горла будет вытягиваться. Или, или обо мне думает, вот он бесчувственный, там, вредный, будет вытягиваться на уровне груди. А он такие поступки совершил на уровне спины, а он там очень много всего хочет на уровне живота, он вообще везде мусорит, какашка, обо всех говорит плохо на уровне половых органов, или он там озабоченный, или еще что-то. То есть это может как с внешнего мира вытягиваться и вытягивать ауру человека, так и сам человек может, допустим, мужчина может думать так, ой, как я ее желаю, мне бы ее хотелось, вот на уровне второй чакры половых органов может вылазить. Человек говорит, ой, как мне страшно, я не знаю, я боюсь выступать, сжимается на уровне первой чакры. Или человек говорит, я ненавижу их, ненавижу, человека может очень подниматься аура над головой и даже разрываться. Таким образом, как же это все восстановить? Первый, самый простой способ, указательным пальцем правой руки, нужно себя обвести раз, два, три и запечатать со всех сторон омахумхахри, омахумхахри, омахумхахри. Также ритуальная защита Амхридая Намах Ом Клим Шрай Сваха Ом Сакук Шкяев Сатом Сакук Очаке Хом Пхавахнит Трой Сатом Курпуат Пхат может помочь человеку избавиться от вот таких проблем, которые связаны с болезненной, там, прорывающейся аурой и так далее.